Сяди. Выходи за меня. Что за странные шуточки? На нас все смотрят, вставай. Не встану, это не шутка. Разве ты не обещала выйти за меня, если твои книги раскупят? Когда это я такое говорила? Даже если сказала, то в шутку. Зачем все воспринимать буквально? Но для меня это не шутки, я чертовски серьезен. Сяди. Я тебя очень люблю. Ты тоже меня любишь. Разве ты со мной несчастлива? Конечно, счастлива. Но я не хочу выходить за тебя замуж. Ладно, ты не хочешь за меня замуж? Тогда женись на мне. Я согласен. Губо! Сяди. Посмотри, как Губо о тебе заботится. Чтобы устроить этот сюрприз, он арендовал клуб полностью. И чтобы я могла присутствовать, он забрал меня издалека. Понимаешь? Такие парни на дороге не валяются. Раз уж встретила, смотри, не упусти его. Мам, да что с тобой такое? Чем Губо смог тебя подкупить? Разве ты не считал его слишком молодым и бедным? Я просто не разобралась в вопросе. Но теперь-то я считаю, что вы идеальная пара. Я за обеими руками. Вы все согласны? Выходи за него, выходи за него, выходи за него. Я не выйду. Что ты сказала? Не выйду. Что значит не выйдешь? Ну-ка объясни мне, чем тебе наш Губо не подошел? С каких это пор он стал нашим? Все с ним в порядке. Просто сейчас я не хочу замуж. Значит, сейчас ты замуж не хочешь. И когда же ты захочешь? Ну, например, когда я наконец стану самым продаваемым автором комиксов. Значит, останешься старой девой. Мам, я же твой ребенок. Ты не знаешь, но мой комикс популярен. Пускай не знаю. Зато я знаю, что все твои книги скупил Губо на свою зарплату. Тетя, зачем вы это сказали? Да ладно. Это невозможно. Ты совсем дурочка. Молчите. Не волнуйся, доверься мне. Рано или поздно придется признаться. Его семья – акционеры «Квадраты Круг». Нет, сяди. Я знаю, что ты не любишь богатеньких, верно? Но я его хорошенько проверила. Он, как последний дурачок, влюблен в тебя без памяти. Он, конечно, притворился, но делал это ради любви к тебе. Поэтому я и согласилась доверить тебя ему. Клянусь. Невозможно. Он тебя обманул. Он уже пытался меня этим провести. Да не может быть. Спроси тогда Сюй Жень. Разве твой парень не владелец «Квадрата Круг»? Сяди. Так это правда? Понимаешь, это правда или нет? Я могу все объяснить. Объясни. Все не так, как ты думаешь. Я не собирался лгать тебе. Я сам не знаю, как так получилось. Ты не знаешь? И ты не знаешь. И ты тоже не знаешь. Я единственная, кто об этом не знал. Сделали из меня полную дуру. Сяди, прости. Сяди. Отвали. Ты же моя лучшая подруга. Одна единственная. Как могла так поступить со мной? Хочешь сказать, у тебя не было выбора? Хочешь сказать, что это ради меня? Сюй Жень. Я сама должна была выбрать, хочу я слышать правду или ложь. Как ты могла выбрать за меня? Сяди! 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 Сяди!